С добрым утром, малыши! Привет, друзья! Сегодня вместе с Хрюшей и Антоном Зорькиным это утро пятницы встречает юная певица Маша Гулевич. Привет, Маша! Здравствуйте, дорогие ведущие! Привет, ребята! Скажите, как вы обычно проводите свои пятницы? О, хороший вопрос! Да, точно! Ну, да примерно так же, как и все остальные дни недели. Да, я так же, да. Я так и знала, в этом ваша проблема. А это еще почему? Потому что пятница – день особенный, последний рабочий день. И я считаю, нужно начинать веселиться с самого утра. Давайте попробуем вместе, обещаю, вам понравится. О, Хрюша! Да. Хрюша, что скажешь на предложение Маши? Ну, думаю, что мы ничего не теряем. Согласен, мы говорим «да». Маш, а вот что именно ты предлагаешь, пока не ясно. Я предлагаю устроить пати. Вау! Ребята, будет весело. Я зажигаю в пятницу танцпол неонового света, суперцвета. А ты в ушах залип на лентах про футбол. Тебя тут нет, со мной нет. Я так натанцевался. И я тоже натанцевался. Мне очень понравилось. Такие зажигательные движения, такая зажигательная композиция. Супер, спасибо тебе большое. Я же говорила, что вам понравится. Я настоящий мастер по организации веселых мероприятий. Ну это мы уже заметили. Да. Скажи, а чем-нибудь серьезным ты занимаешься или только и делаешь, что веселишься целыми днями, а? Что вы, я же говорила, что для веселья лучше всего подходит пятница. Ну и выходные, конечно. Все остальное время я занята в школе, как вообще в образовательной, так и в музыкальной. Еще я занимаюсь моделингом, танцами и много-много рисую. Так, получается, что каждый день расписан по минутам. Получается так? Конечно.
И поэтому нужно иногда расслабиться и веселиться от души, как мы с вами сделали сегодня. Это правда было здорово. Ты очень правильно рассуждаешь. Да, надо обязательно пригласить тебя и в следующий раз к нам в гости, и тоже танцевать. Да, и обязательно в пятницу пригласить. Точно. Спасибо за приглашение, обязательно приду. Только в следующий раз нужно будет подготовиться. Подготовиться? А как это сделать? Ну, нужно будет подготовить костюмы, ведь когда все одеты одинаково и стильно, это очень классно смотрится. Так. А я предлагаю не откладывать подготовку в долгий ящик. Сделаем это прямо сейчас. Идея, конечно, хорошая, но у нас ничего не получится, потому что у нас для этого ничего нет. Да, Хрюша, Маша права. Мы же не знали, что надо готовиться уже прямо сейчас. Да вы просто забыли, что у меня есть волшебный хрюк. Сейчас что-нибудь придумаем. Внимание! Волшебный хрюк. Ух ты, Хрюша, здорово. Ну что, это подойдет? Еще как подойдет. Спасибо, Хрюша. Так, ну а что с этим надо делать? Маш, объясняй. Нужно расслабиться, дать волю своим фантазиям и разрисовать футболки. Отлично. Только времени у нас осталось немного. Придется поторопиться. На старт. Внимание! Марш! Ой! Давай, я никогда Антон. Не рисовал на футболках! Давай, подключай свою фантазию! Времени немного! Кем бы вы хотели быть на пати? Это так необычно рисовать на футболке! Ого! Кажется, Маша и Антон выбрали один и тот же цвет. Итак, начинаю обратный отсчет. Ой. Спеши, спеши. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все! Стоп! Ура! Ну, а теперь покажите, что получилось. Маша, давай ты первый показывай. Итак, что мы видим? О, какой стильный глаз! Я тебя вижу! А здесь написано еще Маша Прайд. Это, наверное, твое сценическое имя, да? Именно. Ну что, оригинально, оригинально. Ну, давай, Антон, показывай, что ты нарисовал. Большим удовольствием, Хрюша, ты знаешь? Да. Даже на отдыхе, Маша, зрители, так. Я думаю о тебе. Ура! 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 А я все думал, нарисуешь ты меня или нет? Ой, какой я здесь симпатичненький. Получилось немножко, да? Похоже, что это Хрюша? Конечно. Похоже, похоже. Ну, такой это немножечко, чего, немножечко с щечками такой, да? Да. Ой, мне нравится. И мне нравится, что в этой футболке будешь ты на следующем пати. Да, ура! У меня есть теперь костюм на пати! Ну что, вышло очень оригинально. Маша, ждем тебя в следующий раз с новой песней, а костюм для нашей встречи у тебя уже готов. Спасибо за приглашение. Я обязательно приду. И для тебя футболочку, Хрюша, специально разрисую. Ура, ура, ура. Супер! Мы будем ждать тебя в гости с футболкой. Да. Маша, и не забудь подписаться на мой инстаграм. Хрюша, _класс. Там отличные фото и видео. С удовольствием подпишусь. Ребята, подписывайтесь и вы. А еще живите активно и мыслите позитивно. Смотрите канал «Карусель» всей семьей! С добрым утром, малыши!